И вот мы идем по промышленной, должно быть, проводят большие здания. Люди работают тут. Благослови, Господи, чтобы аварии не было. И там он где дальше. Там они короб этот ставят, на один трубы. Короб бетонный. И вот мы зашли на эту улицу, она перегороженная. И вот с этой стороны теперь. Вот эта труба большая, она была высокая, а теперь дома-то. Дома-то выше, насколько ее. Это вот речной порт был. Речной порт. И вот здесь. Вот они как короба делают. Иди-ка сюда. Вот они загородились большими бетонными блоками. А это музей, главный музей Барнаула, краевой. Это золотопромышленнику принадлежали дома. А тут смотри, как обваливается. Подойди поближе сюда. Ты видишь, как асфальт висит? Ну да. Дальше он никак не может быть. Только год назад сделали. О, и вот этот столб он может пойти. Под него подкопали. И вот они, какие короба. И теперь с той стороны они войдут в них. И дальше пойдет. Здесь железная дорога была. Так, идем-ка сюда. Вот она. Смотри, уже щель дала. Да. Отходи в сторонку. Вот так. Старинные трубы. Дивные дела Господь делает. Работящий русский народ. А то государства нету, Путин виноват. И работа. Вот здесь я не вижу, чтобы они сидели и курили. Они работают. Техники сколько. Видите, тут глубина 4 метра, это определенно есть. Закладывают трубы глубоко. Газ повели, перед этим только было. Но вот это вот бетонное ограждение только недавно, в прошлом году поставили. Ну а здесь какие-то склады. Вот видишь как. Работяги. А то русские люди ленивые. Не ленивые, талантливые люди. Вот как. Вот здесь железная дорога была. Несколько только дней назад. Сняли, заржавело. Все эти костыли называются, как гвозди, забитые рельсы, на чем были. Все это перепилили, ну, пережгли. И вот здесь дальше как. Все, рельсы увезли. И то, что крепилось, чем эти подушечки, все увезли. Я пытался. Вот эти рельсы, которые подняли, железобетонные. Железобетонные, видать, уже большинство увезли. Вот это вот лежат. А вот эти остались. Шпалы просмоленные. Надо посмотреть, может, что-то забрать. Нам нужно эти. Спросить, у кого надо. А может, никому и не надо. Вот оно идет. Вот они, шпалы, как выверщены. О, вот сколько шпал. Ну, видно, что вот они, шпалы, и обрезанные. Эти костыли. Прикручены они были. Тут краны поднимали. А это вот рядом тут с нами. Тоже что-то копают. И что они тут место вокруг, сколько земли подняли. Зачем подняли, непонятно. Вот так.